В Советском реконструируют очистные сооружения. Здесь полностью заменили коллектор протяженностью 5 километров. Построили мини-насосную станцию, которая будет забирать стоки с местного завода и водоочистных сооружений. Этот процесс теперь автоматизирован. Объект оснащен 3 мощными насосами. Местный тепловодоканал планирует постепенно выводить из эксплуатации технически устаревшее оборудование на территории и районного центра. Оптимизация схемы городских сетей водоотведения позволит на 100% использовать производственные мощности, а не на 35-40, как сейчас. Реконструируют сети водоотведения с учетом нового выводимого жилья. Завершить весь комплекс работ по модернизации предприятия планируют не позднее 2023 года. Когда КНС будет перекачивать стоки, позволит, приведет, вернее, к экономии электроэнергии с остальных косов, разгрузит коллектора напорные, у них будет намного меньше давления, и что приведет к снижению аварийности. Начинается проектирование, как бы техзадание уже подготовили, вывод из эксплуатации КОС 1200.